октябрьском знаковое событие – открытие обновленной школы искусств после проведенного капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура». Реализация проекта, инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, началась в 2019 году. Его главные задачи – сохранить и приумножить богатейшие культурные традиции российских народов и народностей. Проект включает в себя целый ряд мероприятий для создания новой культурной инфраструктуры. Одним из направлений является модернизация детских школ искусств путем реконструкции и капитального ремонта. Октябрьская школа искусств – это центр культурной жизни поселка. Дополнительное образование детей, концерты, выставки, творческие коллективы, фестивали, культурно-просветительские мероприятия, собрания, конкурсы – все это происходит здесь. В школе искусств работают творческие и активные люди. В новом учебном году я желаю директору Соломатиной Любови Ивановне и всему педагогическому коллективу школы, который на протяжении длительного времени сохраняет лучшие традиции музыкального образования, новых творческих успехов, талантливых учеников, понимающих родителей. Пусть в обновленных стенах вашей школы царят всегда творческая атмосфера и любовь к искусству. Как же хорошо, что у нас в поселке вновь обновилось вот это прекрасное здание. Я помню, когда его строили, когда строили вот это здание, когда строили Дворец культуры, многое что строили, но время идет, сегодня началось обновление. Здесь живет прекрасный народ, здесь прекрасные дети, и я уверен, стены этой школы не будут пустовать. Здесь прекрасные преподаватели, я знаю, какие концерты здесь могут делать. Мы смотрим постоянно и удивляемся, как можно здесь такие шедевры выдавать. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие, вот, можно сказать, в строительстве вот этой школы, поблагодарить всех тех, кто был у истоков этого всего, и пожелать вам всем доброго здоровья, мирного неба. Дай Бог, чтобы все было так, как вы хотите. Разрешите от имени главы района Евгения Владимировича Сидорова поздравить нас всех с этим замечательным событием, с окончанием ремонта капитального строительства в рамках проекта, национального проекта «Культура». События действительно замечательные. Вадим Карпович сказал, что здание уже давно строилось, помнит свежо, как это было. Но и в нашей памяти мы уже с вами помним, что с отоплением проблема, с окнами проблема, а школа очень востребована. Много детишек учатся, но и поселок развивается, повышается рождаемость. Вот по переписи была перепись, у нас увеличение. И население, и детишек. Это очень приятно. Спасибо всем тем, кто принимал участие. Тут софинансирование не только в рамках национального проекта. Здесь и областной бюджет плюсом, и районный. И хорошая и большая помощь наших предприятий, заводов. И помощь всех граждан, предприятий, которые у нас в этом поселении находится, и общими силами получилась вот такая вот красота. Пусть наши дети занимаются, и нам с вами будет за них приятно и радостно. Дай Бог, чтобы дальше эта школа развивалась, процветала. Дети, которые учатся здесь, выступали на международных конкурсах, внутренних конкурсах, и получали самые высокие награды. Ну и учителям школы, которые будут дальше продолжать здесь обучение, вам только силы терпения теперь. Все у вас для этого есть. Спасибо. Ремонт окончился, и вот час веселья настает. Всем строителям спасибо. Мы сегодня говорим счастья, радости, здоровья от души желаем им. На земле тропинок много, выбирай любой маршрут. Нас опять с тобой в дорогу звуки музыки зовут. Нас зовет не просто школа, музыкальная страна. В мир прекрасный и веселый увлекает нас она. Инструмент скучает в классе, ноты в сумке мы несем. Мы идем сюда за счастьем, мы за радостью идем.
Здесь у нас совсем непросто. Здесь не выжить без труда. Это остров, чудный остров, музыкальная страна. Проплывает над простором первой гаммы звуков нить. Может, кто-то совсем скоро станет с музыкой дружить. Пусть всегда баян играет и волнуется струна. Пусть мечтать нам помогает музыкальная страна.